торговых рядах кружала в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» состоялась ежегодная ярмарка «Сувениры Якутии». Почетными гостями торжественного открытия стали Дед Мороз из Великого Устюга, Чизхан, Красавица Зима и Кыш-Бабай. Далее в следующем материале. На выставке-ярмарке свои изделия представили местные товаропроизводители, рукодельницы, народные мастера, умельцы. Здесь на любой вкус каждый мог найти новогодние подарки, сувениры, одежду, ювелирные украшения и многое другое. Организаторы отмечают, что основная цель ярмарки – это популяризация и продвижение национальных брендов. В рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» очень много посещает гостей город Якутск. И в том числе это гости не только с других городов России, но и со всего мира. В этом году очень большая делегация из Японии к нам приезжает. Да? Поэтому я думаю, что в целом такие мероприятия они крайне важны для продвижения бренда, сделанного в Якутии, в целом по территории всей России. Сувенирная ярмарка проводится с прошлого года. Отрадно, что в этом году была организована площадка по обмену опытом. Участники отмечают, что с каждым годом статус мероприятия усиливается. Я хочу сказать, что в этом году это мероприятие очень хорошо организовано. Во-первых, очень организован, продуман сервис. Мы не ожидали даже вот такого, нам предоставили место. Потом все очень комфортно. И вот у продукции, которая в этом году представлена, очень, прослеживается время современное. Вот они имеют уже дизайнерские такие мотивы современные, которые заинтересовывают покупателя. Молодой предприниматель Ульяна Лыткина на выставке принимает участие второй год. Она представила на мероприятии деревянные и грифельные изделия, сувениры и открытки. Наша продукция полностью изготавливается в городе Якутске. Мы его сами все придумываем, наши дизайнеры прорисовывают. Мы исполняем, любые желания клиентов. Почетными гостями торжественного открытия стали Дед Мороз из Великого Устюга, Чизхан, Красавица Зима и Кыш-Бабай. Они пожелали жителям Якутии счастья, благополучия, удачи и исполнения самых заветных желаний.